have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами во второй круглой комнате, первая находится вот здесь, там же, где мы остановились. Пойдемте сейчас продолжим бродить по рынку, доисследовать, возможно, ладно, я сказал, возможно, отхватывать люлей, но потом передумал, потому что мы те, кто будем эти люли раздавать, только, блин, а что такие лаги-то страшные? Да, тут у нас прям вот выход, через который мы сюда вылезли. Смотри, я не помню, в прошлые разы я знал, что это вход в... О, привет, а ты тут как? Иди сюда. Я знал, что это вход в подземелье. Ох, какой хедшотец. За два удара! Офигенно. Говорю, я знал, что это вход в подземелье или нет, или я так тут и бегал. Ладно. Наш мечок затащил сейчас прям. У него даже еще осталось немножечко. Я не ожидал, что будет такой красивый хедшот, ну честно. Что с лагами, что с оптимизацией? Игра, узбагойся, пожалуйста. Причем, что, как вы знаете... Это что сейчас было? Экзанима практически максимально нетребовательная, то есть она ресурсов вообще почти что не хавает. Так, а это мы сейчас... А, это как раз то место, где собирался мост строить из железных, из железного говна и палок. Да, это оно. Хорошо. Блин, какая была идея все-таки? Жаль, что это... Ну, то есть, вот это был бы просто шикарнейший шорткат. Это гораздо лучше, чем через подземелье проходить. В первый же раз, я же, когда играл в первое прохождение, я же вроде как попал сюда... О. До свидания. В первом же прохождении я попал сюда без подземелья, по-моему, потому что в подземельях я заходил и сразу же выходил. Я вот сейчас пытаюсь понять, как это произошло, потому что, как по мне, сейчас тут такого выхода нету. Так, что вы мне можете предложить? Вы можете перчатки мне предложить? Напоминаю, что у тебя есть, потому что я довольно давно не заходил, я не помню, что в чем ты одет. Это он с кольчужные? Нет, кожаные. Понятно, раскоженные, значит, вот эти в любом случае будут лучше. Другалек у нас воскрес из мертвых. Так, печать. Так, так, так. Говнолопата. На данный момент... Веревка? Серьезно? На данный момент предыдущая серия еще не вышла. Я еще не читал ваши комменты по поводу жидкостей. Хотя, нет, это было, по-моему, позапрошлой серии. Тогда уже вышло. Короче, ладно. Насчет жидкостей я еще ничего не читал. Я не знаю, что там. Пока что применять я их не буду. Я все-таки понимаю, что это хилки, но... Мне пока что вроде как... Вот, чтобы не понадобились хилки, не нужны. О, курточка. Блин, тут такие вещи, вроде как и сундуки, и стол, и всякое такое, а шмотки лежат. Ну, флейл как бы лежит, да. Но флейл это не то оружие, которым я хотел бы пользоваться. Да и не то оружие, которое я дал бы напарнику. Комнатка интересная. Смотрите, тут раз, два, три, четыре лутаемых объекта, но при этом... Ну что, перчатки я взял. И то не потому, что они хорошие, потому что... У нашего напарника их просто не было. Может, я какой-то ключик где-нибудь найду. Вот. План такой. Сейчас, насколько возможно, исследуем рынок. Что, скорее всего, займет всю эту серию. А вся следующая серия у нас... Посмотрим, насколько у нас будет исследован рынок. А следующую серию, я предполагаю, что можно будет посвятить... Нет, тут везде эти колодки... всяким экспериментом. Это как автомобиль, только эксперимент. Фиг
Нифига себе, двери тяжелые. О, молодец. Табуретка убийцы снова атакует. В сральнике ничего нету. Там веник. Не, на венике раньше были. Simple broom. Ее ж можно тоже в руки взять. Погоди. Крокодилий поступок, конечно. Ну ладно, пойдем. Это у нас комнатка заканчивается тупиком. И, собственно говоря, вон там вон обрывом. Все нормально, все хорошо. Этот кусочек мы залутали. Пойдем, пойдем, пожалуйста, не втыкайся. Тут у нас, я так полагаю, бегает еще от 2 до 3 этих когтей смерти, диаблов которых. Фарш тут тоже бегает довольно много, но фарш не считаю за угрозу. Практически в любом количестве. Поэтому насчет них я не переживаю. И в канализации у нас бегает еще как минимум одна диабло, которая от нас сбежала, тварина. Я что-то не знаю, хочу ли я возвращаться в канализацию. Если вернусь, то канализация настолько огромна, что я вряд ли... А! Собака! Чуть не упал только что, блин. Это был тот самый пердечный сриступ. То есть я загляделся на карту, и тут, короче, так делать нельзя. Тут, в принципе, нельзя отводить глаза от экрана, нельзя бегать, нельзя ничего. Если бы я сейчас улетел, это вот было бы фиалка. Так, а здесь куда я выйду? А, никуда, тут просто проход. В общем, напоминание самому себе. Когда ходишь, блин, глаза, блин, на игру. Нельзя ходить и... А я этот камушек двигать могу. Неплохо. Силушка-то богатырская, да? Вот тут у нас есть проход. Почему я так плохо хожу? Ну, то есть, реально, он ходит прям... Отвратительно. Так, этот пролом в стене через туалет. У нас все везде как-то через туалет. Заперто? Серьезно? О, а это интересно. По карте... Это очень интересное место. И оно, по идее, ведет нас даже туда, куда надо. Блин, тут столько ключей, а где их всех найти-то? Есть одна тупая идейка, а что если попробовать использовать старые ключи? Это, конечно, глупо. Вон эта дверь, видите? И она выводит прям куда нам нужно. Вон та штука, которую я хотел получить. То ли зелье хилки, то ли что-то такое. Вон вот тот... Что-то где-то шумит. Тут этот фарш, что ли. Мне нужен ключ от этой двери. И вот я не помню, в прошлый раз я находил от нее ключ или нет. Так, лавочки. А лавочки, кстати, двигаются. По-моему, там что-то шуршит. Эта идея с лавочкой сейчас максимально тупая. Пожалуйста, не делайте этого дома. И там всякое такое. Да, там что-то ходит, что-то шебуршится. К черту лавочку. Так, ладно. У нас есть ключ. У нас есть вот эти вот два... О, иди сюда! Иди сюда, урод!
Ну вот почему мой напарник достаточно туп для того, чтобы погнаться за монстром и сброситься в бездну, а Фарш недостаточно туп. Вот он берет и останавливается. Почему? Я хочу, чтобы он упал. Ну, тварина, давай, step up, шаг вперед. Ладно. Я хочу туда попасть. Я хочу туда попасть еще с предыдущей серии. С предыдущего прохождения, поэтому это крайне интересное место. Ладно, все. Фарш, ну что, ты упал, не упал? Я упал, молодец. В общем-то, насколько я понимаю, вот это вот место, это единственное место, которое у нас осталось не исследовано на рынке. Вот сюда можно сходить. А, кстати, тут же вроде тут тоже был. И это у нас что было? Это у нас был переход на следующую локу, типа, которая будет когда-то. Что у меня с неудобством? Почему мой перс еле ходит? Да, это типа переход на следующую локу, когда она появится. Окей. Выход отсюда. Может, это из-за ботинок, которые... Ну, ботинки жмут. Все же может быть, да? Так. Тут у нас обрыв, в принципе, как и ожидалось. С той стороны... С той стороны у нас там что-то есть, но там, туда можно будет пройти... Не отсюда, так что тут у нас, в общем-то, тоже без проблем. Ладно. Этот кусочек мы исследовали. Нужно сейчас как-нибудь потщательнее поискать ключики. У нас очень много здесь запертых дверей. Это неприятно, конечно. Одна дверь запертая, которая не пропускает нас в первую половину этой локации. Вторая дверь запертая, которая не пропускает нас в неизведанную часть локации. Очень много чего. И учитывая, как здесь лежат ключи, вон, и на столах, и под столом, и где только возможно, а приблизить я не могу, что тоже печально немножечко. Ха, тут дверь полностью сожрало. И там я тоже не пройду. Комната получается абсолютно изолированная. Да, хорошо. То есть мы просто можем отсюда понаблюдать, как это все выглядит. А зачем она... Ну, не то чтобы зачем она здесь. Я понимаю, что тут комнаты не для чего-то. Но вы вообще сюда вообще ничего не положили? Надо столы внимательнее осматривать. Знаете, после вот этой фразы, что надо столы внимательнее осматривать, обычно ты только берешь и на следующем же столе пропускаешь что-то интересное. Так что... Да. Самое печальное, что я из этой локации вообще ничего не помню. Вот ложка, которая чертовски напоминает ключ, но это не ключ. Ну, я имею в виду, я не помню абсолютно нигде я находил ключи, ни как я тут передвигался, ничего вообще не помню вот из такого. Я помню, что тут типа есть Диабло, есть подземелье, есть тайная лока, в которую я хотел попасть. Ну, не тайная, просто место, куда я хотел попасть и не смог. Вот, все, типа, вот это я помню. Да давай уже. Ты обходить, что ли, пойдешь? Ну, иди, допустим. Так, хорошо. Продвигаемся тогда повыше. Сюда я не заходил. Это просто отхожее место. Знаете, немножечко... Ну, не то чтобы печально, а... Я понимаю, что эту игру делают. Она вроде как игра... Но ее делают как основу для большей игры. Но мне интересно, вот это вот, ну, экзанима, она потом будет частью той истории или нет? Я не особо много читал об этом. Возможно, это уже давно где-то написано, прописано. Я тут сейчас глупостью занимаюсь. Так, мне ж не послышалось, ну-ка. Полочки, блин. Ребят, заранее извиняюсь, если это исследование этой локации занимает гораздо больше времени, чем предыдущих. Просто, как по мне,
Ну, в смысле, как по мне. Как для меня сейчас эта локация наименее изученная, поэтому мне хочется здесь немножечко все получше рассмотреть. Так, это у нас... Что? Это не вход в подземелье, это просто обрушившийся пол. Хорошо. Я пытаюсь сравнивать с локациями, которые у меня тут на карте изображены. Так, спуск вниз тут, да, отдельно. Ступенечки. Вот такие боковые, да, все, я понял, где я нахожусь. Ага, тут фарш. Да бей ты его уже. Я из-за разницы в высоте не могу... Там еще один. Из-за разницы в высоте не мог его ударить. Давай, лупи его по хребту. Вообще не дал ему шанса. Кстати, да, писали, ребят, что... что-то не обыскивая трупы, я там пропускаю. И вот сейчас что-то до меня только это немножечко... Есть ли такая возможность, что я где-то в подземелье не обыскал какого-то скелета или фарша, у которого мог быть ключ отсюда где-то? А? 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 Как вам такая возможность? Ну, то есть, в принципе, теперь я вижу, что туда, в ту зону, куда я хочу, там есть дверка, и она заперта. И, скорее всего, туда мне нужно попадать не через мостики, не через вот это все, а просто найти ключ и пройти туда. Только где этот ключ найду? О, очень интересное кино. Хорошо. Там наверх... Ну, там, типа, есть проход, но мы отсюда сейчас не зайдем, потому что... Там есть отдельный проход. Лучше просто сейчас выйти отсюда и пройти потом поверху. Мы зашли сюда чисто фаршиков порубить. Так. Куда там надо было идти? Там вылези ты. Сюда, что ли? Да, вот так вот нужно было пройти. Да, вперед, дуй. Вот тут есть местечко, где можно пройти. Такое ощущение, как будто свет с улицы как-то, не знаю. Не толкай меня. Знаете, для меня до сих пор интересно, почему он от меня взял и сбежал в прошлый раз, когда я дрался с этим, с когтем смерти в подземелье, который меня вырубил. Почему мой напарник тогда просто взял и свалил оттуда, знаете, такой, да ну нафиг, и все, и ушел. Так. У меня почему-то внутри ощущение, что я тут везде уже был. Опять же говорю, я эту локацию помню хуже всего. У меня стойкое ощущение, что я тут уже везде был, но... Так, это у нас та самая другая сторона, вон, да, куда мы пришли. Это обвалившаяся нам... Именно прямо вот здесь вроде как делать нечего. Давай только падать не будем. Спасибо. Пойдем в другую сторону, глянем, что тут происходит. Опасненько тут ходить. По крайней мере, тут нету вот этих вот подставных вещей, как Фернхангер, когда у тебя под ногами плитка валится, и ты такой, не хочу, не буду, не хочу. Вот, так. Проход. А что тут у нас было вообще? Зачем я сюда иду? Тут тупик карты. Сюда типа можно... Вон туда наверх можно, кстати, зайти. Бам. О, здравствуйте. Бутылочки. Это не сундук, да. Слишком большой для сундука. Табуреточки, батуреточки. И вот зачем я здесь? Ну, не в экзистенциальном смысле, что я делаю в этом мире, а вот прям здесь, вот зачем я? В ведре ничего нету?
Ничего с этой стороны. Ничего. Ну, я так понимаю, это просто какой-то постнаблюдательский. Не знаю. Тут он так и показано, что типа карта, ну, кусочек карты сверху, кусочек карты снизу. И тут эти вагонетки чертовы. И все. И тут ничего нет. Что там? Стопроцентная защита, да? Как минимум от перхоти. Так, ладно. Получается, ну мы просто так сюда зашли. Тут. Ну тут ничего. Тут просто засыпанная шахта. Да, засыпанная шахта. То есть, видимо, оттуда что-то возили, таскали. Блин, жалко, что факел такое маленькое пространство вокруг себя освещает. Просто вот так вот отдаляешь и чувствуешь себя максимально неуютно. О, перецепился, молодец. Еще один молодец. А мы вообще не сюда идем, нам сюда. Супер. Погодите, а тут ничего у нас интересненького? Тут всякие корзинки. Мы так что-то мимо прошли. Ну, это явно носилки какие-то для груза. Да. Ладно, валим отсюда. Колеса. Да, кстати. А, я думал, это яма. Это выход из... Ты отсюда выберешься, не? Просто пройди, блин. Дурак. Ладно. Иду на помощь. Упс. Я, по-моему, его ударил. Хедшот. Хедшот. Да как ты живешь еще? Ударь его, пожалуйста. Спасибо. Зайду-ка я сюда вот чисто посмотреть. По-моему, этот выход я не находил. Это у нас типа самый дальний выход, который я, в общем-то, изначально... Давайте зайдем, глянем, что там. По-моему, именно вот этот вот выход. Хотя вон лампочки горят. Я смотрел на монтаже парочку лампочек, то тут, то там, я все-таки пропустил, поэтому если где-то лампочка не горит, это не прям сигнал того, что я тут не был, это возможно, что я ее мог все-таки пропустить. Сейчас, буквально секундочку осмотримся здесь, как раз, по-моему, вот эти вот те самые лампочки, которые, ну, по строению канализации, вроде как, это как раз те самые лампочки, которые я пропустил. Так, тут завалено. Мы сейчас вернемся на базар, я просто хочу понять, что это за выход и где мы оказались. Стоит ли нам тут что-то планировать, возвращаться или нет. Ну, тут довольно много, кстати, светильников, которые не зажжены. Я на монтаже смотрел вроде как точно то ли 3, то ли 4 светильника я пропустил. Но вот видите, тут зажженный, значит я там был, проходил. Ну, я имею в виду вон там, дальше. Этот-то я только что сейчас зажег. А, ну-ка. Тут, видите, тут тоже все зажженное. Тут вон этот фарш валяется. Кстати, раз уж мы пришли. Ну, лично у этого ничего нету. Хотя, да, я теперь допускаю, что у некоторых ребят, которых мы тут завалили, у них могло что-то находиться ценное. А что тут так? А, это, кстати, вот этот же туннель заваленный. Ого. Ну, тут и срань, конечно. Это, кажется, как раз одно из тех ответвлений, в которое я не успел сходить. Ну, ладно. Пойдемте вернемся. Сейчас еще в эту сторону по-быренькому глянем.
буквально минуточку. А, это случайно не то место, где... Где на нас этот напал. Да иди ж ты ровно. А, это место с пастью и этот. Все, я осознал. Ну блин, ну все эти говнюки, они все пустые. Скорее всего, там где-то была одна или две твари, которые я не обыскал, и вот именно в них что-то было. Нет, согласен, но я твари в принципе не обыскивал, потому что, ну, они обычно пустые, они не несут в себе никакой пользы. Ну, вот так же, например, как на третьем уровне, там вон... О! Иди сюда! Этот меч в печени. Вот как он здесь оказался? Ну только что же мы отсюда вышли. Откуда оно выползло? Ладно, валим отсюда. То есть канализация огромная. Я ее практически всю пробродил, но там... Но там все равно осталось то тут, то там. То несколько тварей, то несколько лампочек, то парочку углов, куда я не заглядывал. И... Самое отвратительное, что нет карты. Я очень хотел бы карты канализации, но ее нету. По крайней мере... О! Когда я выучу, что у него две атаки? Все, успокойся. Так. Тут у нас самое засилье вот этих вот чуваков. Туда... А туда это что у нас? Почему мне этой части нету на карте? Там вон проход, между прочим, есть. Тут яма, тут понятно. А вот это вот что такое? Вот вон, вон там, вон вдалеке. И вот этот вот проход. Это как будто вон та шахта обваленная, которую мы видели. Это как будто выход из нее с другой стороны. Но прохода тут явно нет. Это же все... Тут пропасть. И карта у нас заканчивается вот этой стеной. Я, там вот дальше, вон я вижу эти активные участки, то есть там есть факелы и всякое такое. Вон, видите, вон там. Но попасть туда, игра говорит, не. Стойте, где-то фарша слышу. Тварина, не смей упасть. Он вон там. Так, сюда нам нельзя, и дверка эта, кстати, не закрывается. Иди сюда. А как нам тут... Стойте, а как нам тут пройти-то? А, нам раньше надо было пройти. Вот тут. Ты идешь или где? Вот, молодец. В общем-то... Блин. Это комнатка у нас, погодите, сейчас. А, это просто комнатка, ладно, давайте пошарим тут. Надо как-то что-то делать с управлением напарником. Ну, какие-то там простые... Хотя бы парочку простых фраз ему еще каких-то добавить, потому что... О, здравствуйте. Он видит моба, и все, он становится абсолютно неуправляемым. Он к нему несется, бежит, стремглав. Это же в прошлый раз его и погубило, когда он упал. Утащил следом мою броню. Понимаешь, что это была его броня? Ну кто ему ее дал? Это же был я. О, это глиняные коробы, что ли? Фига себе. Опять же, металлические длинные полки. Тут очень много длинных металлических предметов, которые как бы намекают, чувак, вот, вот мост, вот сделай, пойди, давай. Так, там дыра в середине комнаты. Там дыра. Иди сюда. Здесь, здесь.
Здесь. Это я тебя знаю. Камушек, кинжальчик. Блин, ну как бы да. Но как бы нет. Я там никак не пройду, да? Я сейчас довыпендриваюсь просто тем, что я упаду туда нафиг. Комната с провалом. Я не уверен, что на той стороне комнаты что-то есть. Я недостаточно хорошо вижу. Ладно. Поехали. Follow me. Поехали дальше. Обыскивать. А здесь мы выходим сейчас... А, все, я понял, куда мы выходим. Двинули. Это мы обратно выходим вот этот вот земляной участок, и потом можно будет зайти туда с другой стороны. Все, определились. Супер. Дзынь-дзынь-дзынь. А, тут у нас... Ничего, я тут был. Выглядит как будто как это то ли ну, место, где то ли делали горшки, то ли из них пили. Нет, скорее всего, ну, я не знаю, тут очень много всяких горшков. А, вот это, вот это уже выглядит как гончарная мастерская. Тут круги гончарные. Да, значит, скорее всего, делали. Вот эта разбитая комната. Вот тут вот мы можем вот так... пройти. А надо ли нам оно? А, это мы попадаем по ту сторону. А мы сюда потом обратно сможем залезть или нет? Ну, вроде как выбраться мы потом отсюда сможем. Вот у нас эта яма. Хорошо. А с этой стороны комнаты у нас что-то будет или... Это у нас даже не комната. Он теперь не выберется. Все, это навсегда. А, не, выбрался. Ты прикинь, не хватило ловкости. Так. Открыто. Это 10... А, все, я понял, 10. Мне показалось, что тут стена сплошная. И я такой, типа, чё? А она не сплошная. Вон там столик есть. В этом столике обязательно пошерудеть надо. Мне кажется, по-моему, даже в этом столике и будет как раз то, что мне нужно. Шлемчик? Ну, типа, уже не актуальный. Он очень актуален для вот второго с половиной, там, третьего этажа. И то на третьем этаже он уже больше для напарника, потому что мы на третьем этаже находим уже этот ночной визор. О! Во-первых, батареечка. Так, они друг на друга так хорошо накладываются, потом эту оранжевую не найду просто. Коллекция компасов, которые мы собираем. Знаете, на каждом этаже есть компас. Что это такое? А, это ложка. Чё она такая странная? Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Да, записочка говорит, что Мэтьюс дал нам эти стержни. Он говорит, они бесполезны сами по себе. Но... заставил нас поклясться, что мы будем держать эти кристаллы в безопасности. И если вдруг окажемся... Если нам будет угрожать... беда, если мы будем чувствовать, что мы в опасности, нам нужно собраться... во всем в одном месте и сложить эти кристаллы, ну, эти стержни в одну кучу. Он больше ничего не сказал, но я ему верю, я выполню свою часть обещанного. Имеется в виду вот эти вот батарейки. Опять же, наводит немножечко на размышления, почему вместе... То есть то, что они сами по себе бесполезны, да, но это батарейка, логично, что... Куда тебя понесло? Пожалуйста, стой. О, это грузик. Прикольно. А я не помню, были тут... Ой, ёп.
Просто выбил из-под ног. На. Бесит, что нельзя вот кинуть вот так вот. Понимаете, может только рядом положить. Короче, да, физика здесь офигенная и уникальная, но, блин, с ней еще столько работать и работать надо. Разрабы, я понимаю, что у вас мало, что у вас мало времени, что вы стараетесь. Но, ребят, с этим надо что-то делать. Это у нас литочки. Шапочка. Тут все-то, ладно. И тут вот эта комната, в которую, типа, не войдешь. Она немножечко странная, ну, с лутом. И то хорошо. Опять же, слитки. Слитки, я думаю, это у нас будет для основной большой игры, в которой можно будет что-то там ковать или уж не знаю чего. Ой, амиго, мой друг. Так, и тут у нас... Тут, кстати, меч. Этот меч... Да, меч неплох. Но нам уже такой не нужен. Спасибо. Хорошо, хорошая комнатка, записочку нашли. Я бы ключик хотел найти, очень хотел бы. Хоть какой-нибудь, чтобы хоть что-то начать открывать, вот. Так, север сюда. Все, я более-менее понял, где мы находимся. Пойдем. Так, тут все завалено. Локация бесспорно интересная. Она прикольная, она такая самобытная, как там говорится, да? Так, сжигатель. Выжигатель мозгов, выжигатель жизни. Ладно. Зачем я сюда поднялся, я вот вообще не знаю, честно говоря. Мне здесь ничего не нужно. А теперь я не могу отсюда спуститься, потому что у нас ноги слишком кривые. Ну, не то, что ноги слишком... Не знаю, у нас неудобства. Вот, меха раздувательные. У нас неудобства всего лишь три. Но ходит перс именно отвратительнейший просто вот в этих вот поножах. Я ничего не могу с ним сделать. Ты идешь, нет? Дружище, пойдем. Сейчас я сам отсюда спущусь. Погоди, это случится. Так, ну его нафиг, погоди. Снимай. Снимай. Это чертово забагованное место. Как? Ну я же отсюда как-то спустился уже раз, ну блин. По-моему, наш другалек тут остался, все. Он оттуда уже никуда не денется. То есть вот, вот вам... Все три неудобства мне дают именно поножи, прикиньте, в броне у меня вообще неудобства нет. Ёлки-палки. О, давайте, давайте, бейте друг друга. Ай, вот это я нарвался-то неудачно. Да успокойся ты. Вы друг друга бить не забывайте, ребят. Да хорош! Вы серьезно? Вы что, дебилы что ли? Только я говорю, что, блин, ребят, фарши меня не волнуют. Они, типа, вообще никто. Приходят два фарша и каким-то образом не хотят дохнуть. Я сейчас стану, тебе вообще крендец будет. Ну!
свидания. Где мой меч артефактовый, твари? А, вот он. Меч, кстати, да, к черту. Мне, наверное, надо от этих поножей избавиться. Блин, кристалл пустой. Меч затупился. Давай по... Иди нафиг, дружище. Я пока возьму обычную саблю, потом переставлю кристалл. Так, так и стоим, да? Все хорошо, все нормально у нас. Сейчас, погодите, попробую его вытащить. Но это же вообще просто дебилизм. Почему нету носков каких-нибудь? Блин, просто забагованность локации вот этой вот 10 из 10, серьезно. Вот эти вот лестницы. Зачем я сюда лезу? Просто из-за этого... Да встань ты, блин! Просто из-за этого утырка сюда лезу. Хоть как-то ему помочь. А-а-а! Это просто конец. Погодите, я сейчас попробую с этим что-то сделать, потом вернемся. Посмотрите на этого утырка. У него просто паралич случился. Он стоит, ножкой дергает, и все. Тварь! Он что, перчаткой зацепился? Погоди. Я не могу понять, что происходит с его рэгдоллом. Что это вообще такое? Покажи мне. Ай. Что с тобой? Блин, тварь. Почему нельзя, вот серьезно, почему его нельзя как-то подтолкнуть? Что не так? Идем. Он просто не уходит оттуда, все. Он вот просто, серьезно, все, чувак там остался навечно. Это ловушка для напарника. То есть он просто тупо не выходит дальше. Это невозможно. А. Короче, вот, инструкция, как можно остаться без напарника, имея напарника. Пожалуйста, в действии. Все, я пошел дальше. Ну, серьезно, я его тут не вытащу. Я тут проколупался. О, иди сюда, урод. О, это Диабло, что ли? Да. Ща, он меня еще убьет тут из-за того, что я застрял. Ай, конечно. О, он вышел. Он увидел, что я в беде, и вышел. Правда, у него теперь оружки нету. Так. На. Фух, кажется, это был единственный способ выманить нашего другалька, чтобы он... Где мой меч делся? Куда ты его выкинул опять? Я что, опять слепошара, что ли? Отдай мне этот меч, я не против. Так, мне нужно... А, вот мой меч. Под таким красивеньким углом застрял. Один из мечей я, наверное, оставлю себе на тот момент. Хорошо, дайте я, наверное, заточу этот. Тут еще что-то осталось? Да. Наверное, вот так вот сделаем. В общем, в крайне неудачных ситуациях на меня чубак, этот не чубак, а Диабло нападает. Ну, потому что, ну, нельзя так, это не по-человечески, это по-свински. Надо отхилиться. Сейчас надо спросить, как...
Как наш другалек себя чувствует? Там что-то топало, я слышал. Так, я на тебя все одел, все, что можно было одеть. Жизни у меня нормально идут. Так, как себя чувствуешь? Не очень хорошо, но я. Но я типа держусь. Хорошо. То, что не очень хорошо. Сейчас я себя подхилю и его тоже подхилю. Нам нужно. Когда его успели потрепать-то? Ну да, он сейчас без убер брони ходит, но все равно. Ты же вроде как. Ну не, он боролся с этими. Идем. Вот куда это говно сейчас делось? О, не ты, нет, ты. Да убей его уже. Спасибо. Это я сейчас с самозатачивающимся. Он не заточился. Потому что кристалл пустой. Твою за ногу. Все. Самозатачивающийся можно убирать. Нужно ставить булаву и ходить с синей батарейкой. Ну потому что у меня этот... Зеленый кристалл остался только один. И тот я сейчас использую на хилочку, поэтому... Сейчас я его чуть-чуть подлечу. И мы пойдем дальше. А, вот в эту комнату заходить нельзя. Особенно вот с напарником. Там и ты-то глючишь просто не по-человечески. Оно там ходит, что ли? Как себя чувствуешь? Не очень хорошо, но я стараюсь. О! Минус один. Сейчас будет минус два. Я же говорю, они... Извини, чувак! Его застанило. Так. Тут нормально. Ты как себя чувствуешь-то? О! Бывало и лучше, но ничего серьезного. Супер. Пойдем на большую территорию выйдем. Тут, по крайней мере... Если чувак нападет, то будет проще... Ой, почему я этих дьяволов продолжаю чуваками называть? Они же вообще ни разу не чубаки. Так. I'm good, все, хорошо. Значит, ну-ка, эквип. Посмотрим, что у нас там с этим камушком осталось. Мы подлечились на фулку. Ёпарасота. И камушек почти закончился. Кстати, ты шлем-то одень. Не выёживайся. Это печально. Я понимаю, что врагов у нас осталось совсем немного. У нас есть еще хилка и всякое такое, но... Вот это вот вообще сейчас не очень. Помните? С этой девушкой мы как-то фотографировались. Иди сюда. Ну-ка. Неплохой кадр. Хорошо. Пойдем. Нам не так много осталось доисследовать. Север куда? Надо было сразу с этой станищей булавы ходить, потому что она их довольно хорошо вырубает. Они потом вообще не знают, что делать. Ну и куда это говно сбежало сейчас? Ну то есть серьезно. А это у нас что за место? О, привет. Это тоже или не тоже? Чувак, я был бы тебе благодарен, если бы ты мне помог.
Помог, говорю, блин! Ничего, что она у нас двоих месит! Вот это у тебя ударчики, успокойся! Внизу, что ли? Тут? Где? Я не вижу. Куда ты убежал уже? Как ты оказался за закрытыми дверями? Ты его убил, не убил? Она убежала. Что у тебя вообще по здоровью? I'm good, нормально. Я, в принципе, тоже good. О, вон оно. Вот это... Неплохо чуваку досталось. Все-таки режущий против них идет получше. Да, свали ты от меня. Единственное, что вот эта булава их останавливает, это хорошо. Блин, он тут вообще нормальный. Я как начинаю драться с дьяблами, этот то убегает, то сливается, то еще что-то. Ведет себя максимально неадекватно. Раз это. Что у нас тут? What do we have here? Не знаю, сколько еще тут этих уродов. Ну ладно, одного мы слили. Интересно, это тот самый, который нас вырубил? Или это какое-то другое что-то прибежало? Короче, да, со станом они довольно хорошо уходят. А если вот ну, в прошлые разы, когда я дрался, у меня был стан и затачивающийся меч, то они вообще сливаются как семечки. Это та самая дверь, которая меня выведет... Да, это та дверь, которую мне надо открыть. Ключик до сих пор ни одного не нашел. Вот же ж... Ага, вино. Ладно. О, а это не он случайно? Похоже, что он. В столе у нас так. Надо этот ключик потом и на другую дверь попробовать. Кстати, возможно, это сейчас и сделаем. Вряд ли, конечно, один ключ будет... Ну, хотя на первом уровне у нас один ключ открывал две двери, и в этом ничего зазорного не было. Просто что тут двери сильно разные. Наконец-то у нас открылся переход в первую часть локации. И нам теперь не придется лазить по подземельям, просто чтобы перейти. Так, там у нас переход через туалет, но мы тут уже все облазили. Ключик найден. Опять же, он лежал просто на столе. То есть его не заметить, это вот было расплюнуть. Мне кажется, это немножечко неправильно, что ли. Ну нет, не то чтобы неправильно. Опять же, тут вот накладывается одно на другое. С одной стороны, что у тебя вещи могут лежать где угодно и как угодно, а с другой стороны, что у тебя нету, ну, довольно адекватного такого зума. Ты некоторые вещи хочешь рассмотреть, потому что детализация тут очень высокая. Тут вон и грязь, и все, что хочешь. И вот какой-то ключик вот так вот будет лежать, ты же его в жизни, блин, не заметишь. Так, а вон там что у нас? Тут, пожалуйста, не падай. Что за место? А, ну в принципе тут все то же самое. И тут мы... Ну-ка, ну-ка! Сейчас мы этот сундучок глянем. У-у-у! Так. Fair condition и good condition. Неудобство это у нас снимает? Снимает.
Эти просто очень прям, ну блин, они импакт хорошо держат. Ну смотрите, как они убивают нам. Это я какие вот эти одел, да? Какие изначально были лучше, изначально лучше вот эти. Так, давайте мы их и оденем тогда. Блин. Где? Я все с собой забрал. Там что-то где-то... бегало. Или мне кажется. Вот тут. Блин, еще одна Диабло. Иди сюда! Иди сюда, говна кусок! Иди! Получи, блин! 220 в лицо! Блин, их две! Я одну отвлеку! Я же говорил, их тут от двух до трех. Так оцены уже, чувак, мочи ее! Блин, как не вовремя-то. Электричество закончилось не вовремя. О-хо-хо-хо! Спасибо. По хребтяке. Надо не попадать под сильный удар. Есть, одна слилась. Нафиг. Экстренная замена батарейки. Ручки коротковаты, да, тварь? Вот так! Минус два! Говно. Да ну, блин, тряпки. А тут можно потом как-то выйти? А, я понял, что это за место. Идем. Мы тут уже не подымемся, пойдем. Нам сюда нужно выходить. Это у этих, у них клиренс высокий, они могут заехать, мы не заедем. Фух. Вот это сейчас был файт, вот в веках. Такой будут славить. Хорошо, ты как вообще себя чувствуешь? Тебе там прилетело? Мне вовсе не хорошо. Ого, тебя чуть не убили, что ли? На тебе хилочку, потому что маски у меня на тебя просто не хватит. То есть, из-за того, что у него бронька такая себе, и, возможно, ему реально больше наваляли, но ладно, живи. Но, похоже, на этом уровень зачищен. Как по мне. Ну, вот этот файт против двух, это было прям жестоко. Это прям, ну, как бы... Да, они вроде как и мешали друг другу, но с другой стороны... По крайней мере, он отвлек на себя одну. Тоже хорошо. Хоть, ну, хоть что-то реально помог прям. А то было печально все. Так. Это у нас... В куда дверь? Погодите. Это дверь в пустоту, что ли, которая? Ну-ка, я пытаюсь на карте сейчас просто это место найти. А, да. Это мы здесь. А чтобы пройти сюда, нам надо... Нам надо выйти, это дальше находится. Батарейка еще так не в тему закончилась в булаве. То есть они, в принципе, гораздо лучше рубятся именно режущим оружием. Вот. Но я такой взял булаву в надежде, что я их буду станить. Я их станил, да, но... Блин, когда у тебя в битве с двумя этими уродами заканчивается батарейка, это вот не очень приятно. Тьфу ты, блин, это тоже место.
О, иди сюда. Я думал, что уровень зачищен. Тут такой недобиток остался. Ну и все, как бы. Чем мне с тобой цацкаться, что ли? Так, это вот тут я проходил. Ну, проходил. Проползал. Вот, да, вот эта дверь. Пробуем. Нет, это не тот ключ. Это не тот ключ, товарищи. И это печаль. Короче, мне нужен ключ от этой двери. Знаете что? Давайте сделаем так. Серьезно. Здесь у нас исследовано все. Я тут полазил по всем комнатам. Везде, где смог достать и всякое такое. Нам осталась только вот эта территория. И в эту территорию я могу попасть, видимо, исключительно с этим ключом. Или что происходит? И с другой стороны. Короче, смотрите. Если ситуация обстоит таким образом, что я могу туда попасть только с этим ключом, но этот ключ находится у кого-то из тварей в канализации, который я пропустил. Пишите мне об этом, если это так. Если ключ находится где-то в другом месте, очень было бы здорово, если бы вы мне намекнули, был бы очень благодарен. Так, кстати, как ты себя чувствуешь после бутылочки-то? Так, хорошо, она его почти вылечила. Там осталось еще, ну ладно. Вот, там явно бутылочка лежит, кстати, через пропасть. И потом еще кое-что. Если кроме этой дверки я могу туда еще каким-то образом попасть, тоже, ну, типа, не пишите мне, как именно, скажи, да, можно туда попасть другим образом. На этом серию мы тогда будем заканчивать. Я не буду снимать следующую серию, пока не выйдет это. Пока вы не оставите комменты и всякое такое. Потому что... По сути, мы тут все сделали, кроме вот этой двери, кроме того закоулочка, мы опять уперлись в то же самое место. Я хочу туда попасть, но я не знаю как. Это у нас остался единственный кусок карты, который не исследован. И также, ну, за Чубака я обязательно схожу. И там уже посмотрим, как это все будет происходить. Тут, по-моему, все зачищено. Может, еще по канализации полазить. Ну, там такой рандом. То есть, да, там, возможно, осталось несколько тварей неубитых, парочка уголков необлазенных. Но, по-моему, там большая часть уже все. Короче, ладно, все, ребятушки. Пишите, говорите, что думаете, что хотите сказать, что это. Отвечайте желательно на мои вопросы, пожалуйста. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.